Забегом на дистанцию 100 километров решил отметить столетие своего легендарного земляка Ивана Кульбертинова, житель села Тяня Алекминского района Владимир Сивцев. Это не первый забег ветерана-марафонца. Ранее он уже участвовал в таких мероприятиях. Уверенность в своих силах и физическая подготовка позволили и на этот раз достойно справиться с задачей. Подробности далее. Ровно 7:00, сейчас стартуем. Так, внимание! Пожелаем успехов! Марш! Точно по времени был дан старт забега, посвященного столетию знаменитого снайпера Ивана Николаевича Кульбертинова. Инициатором и, собственно, исполнителем стал земляк Ивана Николаевича Владимир Семенович Сивцев. Несмотря на уважаемый возраст 68 лет, Владимир имеет замечательную спортивную форму и изначально был уверен в благополучном завершении марафона. Свой забег я посвящаю столетию октября и земляку, столетию Ивана Николаевича Кульбертинова. К столетию была определена и длина дистанции – 100 километров. Маршрут определили от города Алекминска до села Первонерюбтяинск и обратно, что и составляет общий километраж. Но Владимир Семенович заранее мне подходил за 2 недели. Это у нас получается в ноябре, в начале ноября. И таким предложением, чтобы именно вот столетию Кульбертинова Ивана Николаевича пробежаться вот именно марафонский бег 100 километров. Стартовав в темноте, Владимир встретил рассвет уже в дороге. На пути в селах его встречали удивленные и восторженные земляки, пораженные волей и подготовкой ветерана-бегуна. В ряде сел к нему присоединялись желающие пройти определенную дистанцию и поддержать идею забега. На всем протяжении времени Владимира сопровождала машина. Надо отметить, что Владимир Семенович ни разу не воспользовался автотранспортом. Единственное, что по пути он менял куртки и буквально на минуты уделял внимание встречающим жителям. Стартовав в 7 утра, Владимир финишировал в городе уже после 22 часов. Забег завершен. 100 километров было. Он это... Агарделивин. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.